«Мама, расскажи нам о пшенице!» Когда дул ветер, пшеница колыхалась. Раз играли в прятки в высокой траве, рядом не видно. Врач говорит: «Пыль в воздухе!» Тяжело. Хорошо, что ты привела девочек, Маргарет. Почему? Видимо, ты не слышала о бродяге. Убить мать и детей. Поймали ли когда-нибудь того бродягу, будто растворился в пыли? Серый человек везде. Его не удержать снаружи. Я просил тебя запереть двери? Да, он просачивается в щели и в тебя. Он повсюду вокруг нас. Вдохнешь, заставит творить ужасы. Заставит творить ужасные вещи. Мама, ты всю ночь была на улице. Совет: дом закрыть, успокоиться, снотворное принять. Новости о бродяге? Что, если это повторится? Девочкам повезло с тобой. Думаешь, он мог... Везде. Был ли он во мне? Мам, вдохнешь его, натворишь бед. С нами все хорошо.